Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на 10 игроков со случайным деревом технологий социальных политик. Если вы не видели начало, то лучше перейти к нему, ссылка на первую серию есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Пошли пытаться Польшу встречать. Так, ученичество открыто. Отлично. Так, тут отправляем... Ну, One Heart Home, да. По максимуму еды и производства. Так, феодализм я бы пока отложил. Ну, давайте, наверное... Блин, драму и поэзию я тут открою. Так, давайте морскую традицию, потому что я точно не уничтожу врага с помощью квадриремы. Так, 3 хода до храма Махабодхи. Смотрим, мне просто интересно было, как тут промышленная зона встанет. Ну, плюс 3. Конечно, без акведука она плюс 3. Но, тем не менее, приятненько. Ага, вот Польшу встретил. Венгрию. Ничего себе. Не, я не думаю, что тут стоит акведук ставить. Я думаю, что тут именно что промышленную зону надо после храма Махабодхи. Так, просад готов. Амбар нет. Может, библиотеки и все-таки в Болонию поотправлять. Так, этого мы сюда ведем. Да, я куплю рабочего сразу за веру. Ну, тут, наверное, ничего интересного не будет. Можно не смотреть. Бухен. Что за город Бухен? Где Нубия? Там бухают? Наверное. А напомните, как города переименовывать? Никак, это нельзя. Если Петру построил? Что? Петру? Петру явно нумибийц построит или, может, уже строит. У него тут пустыня. Уже давно построил. У него очень... А, уже построил? На самом деле. Что? У него очень красивая пустыня. Да, да. Ну, как раз для него, для Нубии. У меня вон выше меня пустыня, которая мне вообще... Даже вообще никак. А у него же религия на этих... Да. На производство? Да, но у него, получается, с пантеона на пустыню или на с пантеоном? Я думаю, что с пантеоном. Откуда у него еще может быть? Хотя... Не, наверное, на пустыню, да. У тебя же пантеон на пустыне, на соседство священных мест. Да. Ну, я вижу, у него священное место на 14, например. 14 производства, 14 веры. Красопед. А где? Но Петру не я построил. Божественное право, ну-ка. Сражить Петру. Тут. Мне, конечно, реформация нужна для теократии, но монархия тоже неплохо. Я, наверное, сначала... Так, Ападаны. О, а что там у венгра? И у венгра ничего, господи. Венгр, не понял, где твои ресурсы? У меня 2 города, какие ресурсы. А кто венгра выносит? Ганди. А, этот мирный, который... Так, значит, покупаем здесь строителя. Тот самый, которому ты не подсказал, как переименовывать города. Я запомню. Нет. Так, что у Польши? Ты нашел, как переименовывать? Ничего. Кайф. Блин,
В бурю попал мой. Так, стену он зачем-то в стоком тренде построил. Это я где библиотеку? Так, следующим ходом надо будет первый посол взять. А, у меня нету послов вообще. А, ну у меня будет посол, да. В Болонию отправить. Библиотека есть, амбар тут не нужен. Водяная мельница пока не хочу. Ну, видимо... Блин, ну тут тоже строитель нужен вот это. Но с другой стороны, тут и поселенцев надо покупать. Блин. Ну что, центр коммерции тогда? А где тут центр коммерции лучше? Центр коммерции здесь тогда сюда надо. Вон соседствовал с производственной площадью. Блин, 113 науки. Это он поставил соседство... Да. Блин, ну не знаю, акведук. Может лучше строителя сделать? И промышленный... А где тут у меня промышленная зона? Значит, я решил ее сюда ставить почему-то, да? Да блин, ну дайте, хватит лагать, дайте походить. Просто невозможно играть. Просто тут плюс один. Ну тут тогда акведук лучше раньше ставить. А то что, я буду тратить производство? Но все равно сначала строителя. Но тут нету смысла, потому что я не буду тут акведук ставить, либо тут. Тут у меня будет соседство хотя бы с районами еще, так? Амбар. Растем. Тут ничего не выбрал. Ну, тут бы, наверное, монумент. Да, тут, наверное, монумент. Начну. Давайте. Так. Опа, прямо перед захватом ГГшки, короче, прямо около ГГшки заспавнилось это... Метеорит с рыцарем. Ну, отлично, поздравляем. Так, Анхархом до 10 вырос. Морскую традицию открыли. Госслужба туда. Так, средневековые ярмарки. Феодализм следующим ходом мы ускорим. Тут, значит, ставим... Первый посол. И в Болонию. Отлично. И мне Мокшу надо бы следующим брать. Пока постою тут. Пошли вниз. Посмотрим. Просад готов. Ну, библиотеку. То мы тут по науке. Хотя промышленная зона, что у нас? Плюс один здесь и здесь. Соответственно... Ну, блин, тропический лес придется вырубать тогда. А с другой стороны, можно соседство здесь все равно организовать. Ну, жалко, 10 веры. И 6 веры. Так, следующий у нас 180, если не изменяет память, да, поселенец, да. Ладно, я все равно тут пока библиотеку. Но. Давайте тут акведук. Тут. Производственную площадь в этом городе. Так, здесь священное место, святилище.
Индус, дашь проход? Так, все походили. Проверяем город. Следующим ходом укрепляем религию. Я, по-моему, кстати, не жду. Не знаю, пока что я возьму. Я, знаете, я куплю вот тут просто в компонг свай, когда два жителя будет, и поставлю тут город. Ну, тут, кстати, тоже два можно впендюрить. Правда, тут уже сильное влияние будет. Тут будет зависеть от того, как эти города будут влиять. И причем тут влияние даже есть, несмотря на то, что я в героической эпохе. Венецию бы, конечно, стоило захватить, пожалуй, когда-нибудь. Ну, тут я один город поставлю где-то в пустыне. Надо, наверное, так ставить. Вот если я сюда ставлю, да, то дотягивается до правительственной площади и дотягивается до реки вот здесь. То есть, наверное, вот сюда надо ставить. И еще вот сюда кампус. Получится, если что. Да, улучшил. Да. Неплохой теперь такой шоколад. Он просто шоколад расплавился и сделал тебе такое, знаешь, там, патоку по деревьям. Твои жители ходят и увязают. Так. На 30% дальше от городов, наверное, стоит брать. Так, давайте сначала выберем... Какое здание? Собор не хочу, в ад не хочу. Давайте гурдвару. Плюс 2 единицы пищи, одна к жилью. Не понял. А, ну да, гурдвара, да. Думал, почему мне второй не дают выбрать. Так. И тут выбираем, что у нас осталось. Построенные города сразу религию нафиг надо. Поражение в человеческой бытовой не сказывается. Ну, кстати, возможно. Может быть, Нубия приедет ко мне с апостолами. Сильнее распространяется. Стоимость миссионеров и апостолов снижена. Прости, друг, но я не приму от тебя больше никаких предложений после этого военника во второй радиус моего города. Странствуй. Может, вот я... Мне кажется, вот это получше будет. Ага. Знаете, зависит от того, сколько городов у чужих религий. Так, католицизм неизвестный, это тогда пофигу. Черепах 9, но они далеко. Краков 1. И православие только 3. Да, значит, эту надо на дальше, которая влияет. Они больше будут влиять, потому что у меня больше городов в моей религии. А именно 4, но я сейчас обращу. Давайте на 30% дальше. Мне надо распространять не для победы религиозной, а чтобы науку получать. Видите, у меня уже 10 науки. Так, ускоряем феодализм. Что, не ускорил феодализм? Ускорил. Тогда госслужбу открываем. Я думал, он просто откроется еще заодно сразу. Даже так? Так, тут мы покупаем посела. Гурдвару пока нет. Давайте, наверное, строителя и потом... Блин, тут бы центр коммерции еще построить. Кстати, вот здесь центр коммерции неплохо встанет. А для Анхартхома в каком-нибудь другом месте. Ну, вот так предварительно сделаем. Мне, конечно, мало... Хорошему нужны были центры коммерции вместо священных мест, но у меня это важнее. Драма и поэзия, феодализм ускорен. Апостол нам не надо. Укрепил религию только я. Ну, он католицизм еще один. Не знаю... Кто там католицизм распространяет, прям даже интересно.
Так, значит, я решил вот сюда ставить город. Кстати, вот тут река есть? Нет, тут реки нет. То есть только вот это. Вот тут река есть. Ну, достает третьим радиусом в любом случае. Так, тут я решил сюда вырубать. И мы сначала ставим акведук. Гурдвары можно будет за веру покупать. Наверное, стоит железо обработать. Ладно, пока сюда встал. Не буду пока выкупать клетку. Так, тут сразу покупаем рабочего. И копим на следующего поселенца. Это у нас 200. Два хода. И здесь покупаем поселенца. Ну, вообще тут два города должно влезть, по идее. Давайте смотреть. А, нет. Один. Ну, раз один, тогда надо сюда куда-то ставить. Чтобы не было лояльности, и два этих города на него влияли. Давайте поставлю вот сюда. Индия, Греция, Польша. Посмотрите. Принял. Спасибо. Стремя ускорили. А, так, тут надо поменять. Есть. На плюс 2 влияния. И новые строители, кстати. Блин, надо было... Ладно, пока не ставлю тогда. Надо было подставить и покупать. Эх... Ну, хотя, может, производство убрать вместо этого новых строителей. Не, ладно, пока я не буду покупать. Тут скоро госслужба довольно открыть. Я не думаю, что я в ближайшие два хода буду покупать строителей просто. Так, святилище готово. Просад. Павапура. Монумент. Монумент. Ну, контрфорс или стремя лучше. Давайте стремя, там пастбище дополнительную еду получают. Я, кстати, первый в ученичестве, между прочим. Похоже, первый построю производственную площадь. Ну, это неплохо. 20, да, но тут у меня иудаизм на кри больше, ну тут вот, да, есть немного, но... Тут иудаизм тоже больше влияет. Блин, может, надо еще религиозные ГГшки находить на самом деле. И мокшу бы мне... Конечно, я бы мокшу вот сюда как раз посадил. Чтобы он влиял там плюс 100%. Как, он как будто работает как этот. Религиозные этого города на соседние города усиливаются на 100%. Или сюда его лучше посадить. Нет, тут лучше Рейна, чтобы на клетке быстрее выкупала. То вот тут лучше раньше обрабатывать. Ну, наверное, шоколад, да. Кстати, у меня нормально идет золото даже без торговых путей. Я уже говорил об этом, да? Промышленная зона здесь плюс один. Значит, тут акведук надо строить. Давайте, наверное, тут начну с промышленной зоны, потому что как-то все равно производства немного. Тут вырублю и шахту поставлю, тут просто шахту. Вот так сделаем. Видите, ускорю промышленную зону побыстрее, чтобы делалось. Да, тут у грека тоже неплохие. Блин, 147 науки. Вот там крит топит просто. Так, следующим ходом у меня союзы. Что там мои соседи хотят? Какие союзы? Кто что? Ну, я бы, наверное, культурный заключил.
Культурный, ну да, имеет смысл. Нумибиец экономический, наверное. Михаил? Да-да, я могу экономически. Грек-англичанин, какие мысли, или вам не надо? Пока не надо. Пока не надо. Так, давайте подумаем тогда после госслужбы. Ну, мне нужен... Да, давайте исторические хроники. А, ну, кстати, он вон в исторических хрониках бонус для соседства кампуса поставил, поэтому у него такая наука. Я сначала госслужбу, потом... И после исторических хроник давайте монархию. Так. Значит, сколько у нас уже... Городов 3, 6, 7. Ну, мало, конечно же. То есть это будет 8, 9. Это не так много, как хотелось бы. И, ну, блин. Давайте, наверное, вот тут еще поставим тогда вот на этой реке как-то город. И, возможно, здесь вот на побережье. А чё как бы... Зачем мне эту веру копить? Еще на что мне копить? На юниты? Так я пока еще не... Построил этот там магистр, дом магистр, как он называется. Так, есть первая промышленная зона. Ну, кстати, я театралочку следующим ходом открою. Амбар, жилье пока не надо, да? Давайте, наверное, мастерскую. Ганди, предложение. А, нет, слушайте, там уже инженеров фигарят вовсю. А почему я был в лидерах здесь? Какой-то... А, потому что я в массовом производстве. Я в массовом производстве первый. Да. Там уже промышленных... Да, было бы удивительно, если бы кто-то... Не... В смысле, было бы удивительно, если бы я был первый. Вау, давай. Так, это удаляем. Так. Тут гуляем, ага, тут это озеро или море, интересно? Это море, да. Так, союзы. Кри предложение. Сейчас я, кстати, кучу территорий увижу. А, с кем там еще Снуби? О боже, сколько сразу территории. Слушай, так ты вообще шоколадный король. Сейчас еще и шоколадные холмы. Да, я вообще шоколадный магнат просто. Шоколадный Магнус. Ты сладкий мальчик, давайте так. Ну, будем, давай, как по-испански сладкий? Дульсе. Да, папа Дульсе, да. Сладкая картошка. Сладкая картошка? Нет, давай ты будешь сладкий. Челиньо Дульсе. Ну и Дульче, я не знаю. Как... Дульче? Дульсе. Наверное, Дульче это по-итальянски, наверное. Дульсе Челиньо. Блин, я из-за него забыл, что так, Нубия союз экономический. Нубия предложение. Так, тут шахту. Тут. Наверное, камень давайте. Стремя открыли. О, мне в военную инженерию, конечно, надо. Ну, сейчас, подожди. Катусу встретил.
Ну да, в Хатусу надо. Блин, Канди убил. Такой хороший город был бы. Это кто такой? Злой? Кри? Он не вписывался, типа там немножко, не знаю, прям он как-то такой хорошенький. На речке такой прям, со священным местом, прям как хмерский город чисто. Ну да. А чё там Канди дает при нахождении чудо природы реликвию? Ну да, да, но я одну реликвию нашел, типа, и я же не строю театралки, как бы, там, чтобы места были под них. Или что там нужно строить, чтобы реликвии были? Храмы. Сильно вот эту клетку куплю, она покруче. Драму и поэзию. Но у меня нету послов, чуть ничего, у меня эти драмы и поэзии. Так, тут я вот это хотел вырубать, и начинаем акведук. Я напоминаю, что мне еще акведуки дают счастье. Тоже я немножко... Три веры и счастье. Там еще вокруг акведука фермы можно строить, но это уже, пожалуй... О, а вообще тут нету... Так, если я правильно понял, ты сюда хочешь город поставить? Не надо. Куда? Сюда, за реку. Ты меня? Да. Куда я хочу город поставить? А, нет, так это у меня просто стоял, лечился. Ухожу. Поселенец лечился? Да, поселенец лечился, да. Дуболом. Так, давайте возвращать, наверное, к себе пока. Я не хочу больше никого встречать. Нормально походили, в принципе, да. Но я хочу... Все-таки... Слушайте, откуда быстрее? Мне, наверное, отсюда быстрее. Тут куплю посело. Американец, давай с тобой не вышли, но союз закручен. Нет? Да, ну все, надо еще два города как минимум. Сколько стоит? 200, они, по-моему, на 20 увеличиваются. Каждый новый посел на 20 веры. Так, просад готов. Библиотеку давайте. Монумент тут готов. Ну, я бы тут... что со священным местом, кстати? Ну, вот тут плюс... Вот тут плюс 3 есть. Ну, я уже получше себя чувствую. Сейчас еще исторические хроники поставлю соседство... Кампусов, это тоже так нехило добавит мне науки. Там у Кри 157, конечно. Сколько у меня у тех больше? 29. У меня 24. Но я тут как-то подзабил на некоторые. То есть мы все вот тут пока. Книга печати. Ну я хочу, конечно, селитру открыть и домрей своих открыть. Это... Ну, я в Золотой век выйду точно. А хотя нет, не факт. Не факт. Так, Хатуса... Ну, хотя, блин, ладно, я не буду зато... Венгрия объявляет войну Польше? Ну, в смысле... Так, Мокшу... Мокшу, значит, я хотел... В Преахвихею... Тем более, что тут воевать вообще никак не получится. А Магнуса тогда Вимаяпуру, наверное, перебросим. Так, я решил тут ставить, да, город? Ну просто если я выше ставлю, то раз, два, то у меня... Правительственной площади не дотягивается нифига. Вопрос, стоит ли мне здесь рабочего покупать? Мне кажется, нет, потому что пока нечего обрабатывать просто. И с монумента начинаю, потому что тут есть пресная вода, а клетки будут медленно присоединяться.
крахов 2-0, это сильно. Так, библиотека есть. Что тут с промышленной зоной? Плюс один. Плюс один здесь. Но, блин, Миш, акведук только в этих местах ставится, да? Ну, видимо, сюда акведук, сюда промышленную зону. Давайте я все-таки здесь построю строителя. Промышленную. Акведук. И вот сюда, наверное... А, блин, тут тропический. Ладно, надо думать, где коммерческий район ставить в этом городе. Да, блин. Хватит лагать. Так, военную инженерию открыли. Давайте... Вот эту. Я точно копейщиком никого уничтожать не буду. Это интересное возрождение. Блин, да. Ну, в золотой век я должен выйти. Да ни одного еще великого человека не получил. Грек там в культуру тоже. Но он, конечно, свои эти поставил. Блин, я не принял. Ладно, сейчас я монархию. Мне тут не взял соседство кампусов. Ладно, я сейчас зато монархию приму. Да, здесь ставим соседство для кампусов. Сюда содержание юнитов. А у меня вообще нету юнитов. Так, тогда не надо это ставить. Так, только ты мне столицу венгров оставишь, да? Для подготовки антикавалерийских. Мне бы давайте вот дойти, на кавалерию да. Поставлю. Хочу ну, кавалерию построить. Спрашиваю. Если ты оставишь, я тебе открываю границы. Создание морских... Я не могу пока нигде морских. Военных лагерей, предположим. И... Ну, давайте ладно, оборонительных... Да. Хотя у меня тут где-нибудь... Ладно, давайте поставим так. Так, ну мне надо селитру эту обработать, получается. Блин, тут Магнуса, ну, 4-3, имеет ли смысл ждать Магнуса? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Правда, с другой стороны, сейчас мы уберем тут соседство одно, получается, да, уже. Не, мне кажется, надо быстрее акведук заканчивать и быстрее строить. Так, один заряд, давайте селитру. Божественное право открыли. Средневековые ярмарки. Наемники. Давайте наемники. Мне реаль... Я бы реально юнитов построил немножко. Сколько у меня вообще? У меня, по-моему, 3 пращника, как минимум, да? И дуболом. Это что, 4 всего? Да, 4 юнита. Так, а я поставил на кавалерии. Кавалерии я поставил. Тогда мне бы... Конечно, часовня Великого Магистра нужна, но я сейчас не буду точно тратить веру. Да, давайте на летучий отряд. Блин, а там средневековье стоит? Да, промышленные эры включительно. Давайте, наверное, летучий отряд сначала. Хотя я и железо еще не использовал. Так, и теперь я хочу вот сюда поселов, да? Значит, следующие 200. Тут еще 2 города встанет. Еще 2 города встанет. Ну, в принципе, 13 городов уже солидненько.
Хватило бы времени их обрабатывать. Соль. А, у меня есть соль. Жемчуг. Жемчуг я с кем-то торгую. Блин. Все ресурсы есть просто. Так, ну я, собственно, деда Бородеда и Red... То есть американца и... За кого дед играет? Вы там где-то, что ли, за индусом, да? Под индусом. Под ним, да. Под индусом сидим. Понял. Челиню, ты понял, куда идти? Иди их находи уже. Я, кстати, за счет Челиня, собственно, все это нахожу. Он там ходит своим скаутом. Это он за игры играет? Да. Кстати, удобненько, да. Ладно, беру свои слова обратно. Нормально, что Кри, а не Египет. Жить можно. Ой, разлив произошел. Вот это хреново. Минус караван. Единственное вообще у меня... Так, ну пускай уже достроится акведук. А, ну хоть промышленная зона, кстати, не минус. Кведу пускай достроить, тогда караван. А тогда рынок починим. Так, тут акведук делается. Ну, пошли. Не знаю, вот это вырубать и ставить шахту. Кстати, вот эти клетки надо этому городу передать. А, знаете что? Мне очевидно, чеченица нужна с таким количеством тропических лесов-то. К вопросу, где, в каком конкретно городе их ставить? Ее ставить. Ну, я бы тут вырубил лес и шахту поставил, честно говоря. Но опять же, я все-таки дождусь... Вот теперь я дождусь Магнуса, пожалуй. Блин, надо было, наверное, с него вообще начинать. Не, не надо, потому что тут я сразу ставлю промышленную зону. Так, здесь селитру. Селитра у всех есть, я смотрю. О, а вот и Америка. Вы прикалываетесь. Вообще нет ни у кого ресурсов на торговлю. Селитру, чтобы просад построить, если я вдруг не выхожу в золотой век, мне кажется, я выйду. Давайте универы. Ух ты, тут не хватает жилья. Прикол. Ну, кстати, тут сейчас акведук построится, следующим ходом надо будет вернуть, там как раз жилье появится. Здесь пока так, хотя... Нет, быстрее не делает, да. Поставим. Минус довольство. Может, все-таки тут купить рабочего, чтобы вот это обработать? Ну, то есть купить клетки, еще тут соль есть, но как-то производства мало. Город не растет особо. Но здесь... Я считаю, что надо тут где-то стать, наверное, прямо на лошадей, судя по всему. И вот здесь на реке где-нибудь. Тоже, наверное, прямо на лошадей. О, Махенджи-Даро. Так, что у нас с количеством городов? 8 уже. И сколько я науки с них имею? 17. Остальные 8 католицизм тоже. 9 культ черепахи. Но это все, очевидно, его города. Он же больше, да. То есть это 9 нумиби... Ну, Хатуса, возможно. Хотя... Кто-нибудь еще религию укреплял?
Только католицизм, да? Ну и я. Ну это вот странно, мне кажется... Зачем ему укреплять, то есть он тратил деньги на апостола, чтобы 3 единицы за каждый город, ну что это много денег ему дает, разве? Именно это укрепление. Так, вырубаем промышленную зону. Давайте здесь сразу куплю еще. Мне все, кажется, это все. А, слушайте, может что-то здесь поставить? Хм, кстати. Ну тут явно никакого влияния нету. Ну вот тут начинается какая-нибудь сюда. Хм. Или сюда. Ну, кстати, а почему нет? Я думаю, сюда надо ставить. Тогда до черепахи дотянется. Хотя и так дотянется 3. Ладно, я еще подумаю тут. А, ну все, я уже точно в золотом веке. Так, тут мы ждем Магнуса 2 хода. Так, а как тут влияние? 18-20. Ну, такое. Ну, сейчас вот сядет Мокша, мне кажется... А, ну вот Атакакуб уже обратился. Тут, кстати, послабее почему-то. Ну и дальше Микиси Вацик обратится. Мистаси Сипик. Ну, я теперь... Ну, еще... Я на самом деле... Что-то еще можно одного поставить. Дальше бы рабочих. Поставить карточку на рабочих. Давайте пока отменим наемников. Блин, там торговая республика. Ну, у меня монархия уже. Че мне торговая республика? Мне теократия нужна. Скорее, чем торговая республика. Блин, тут бы центр коммерции, конечно. И Гурдвару. Ну... Наверное, юнитов стоит будет уже за веру покупать. А это значит, что надо строить часовню великого магистра. Меня слышно? Теперь слышно. Да. Да, да. Там завалило, как грека. Опять мне предлагают миссионера. Ну, кстати, я бы еще сейчас потратил религию на покупки гурдвары. Хотя еще одного поселенца бы... Я даже не знаю, может тут лучше сначала тут город поставить. Я бы, конечно, не в лесу ставил, потому что... Ну, все равно сюда надо ставить, судя по всему. Так. Этого тыгдымского коня... Здесь я город ставлю. Конечно же, с этих начинаем. С монументов. Потому что рядом Нубия, и у них еще и чужая религия. Тут могут быть проблемы, если без монументов. Так, где я тут акведук построил? Здесь. А, ну тут довольства нету, нет смысла расти. Блин, мне бы в меркантилизм, конечно, еще выйти. Чтобы, ну... И чеченицу. Где чеченица вообще? Вот она. А есть? Слушайте, там явно Кри может ее строить. Давайте глянем. Вообще, знаете как?
лучше всего открытой местности искать чеченицу. Нет, никто не строит. Видите, не могу пока караван отправлять. Пропустим. Ну, потому что там рынок поломан следующим ходом. Так, тут еще ждем один ход Магнус. Куда? Ну, давайте я бы сюда поскакал на всякий пожарный. Вдруг там кто появится. Посол, два посла. Универ. Ну, у меня пока нет универ. Конечно, надо в Болонию и Хатусу будет отправлять. 175 науки. Укри. Два арбалетчика литье. Ну, давайте. Я наемников, надеюсь, скоро открою. Лошади. Ну, вот я уже в золотом веке. Так, недостаток жилья. Это все молчат, типа, прием, ярца в 522-му. Кри предложение. Так ты сам молчишь. Блин, в Пхавапуре... Что у нас в Пхавапуре со священным местом? Интересно. 2, 2, 4. А, блин, не на реке, стоп, стоп. Интересно. Зря потратил... Мне на реке надо ставить. Ну, видимо, вот сюда надо. Тогда давайте тут покупаем. Нет, лучше давайте построим. Уйду тут строительство. Рыбная столица. Блин, 13 ходов. Не, ладно, я куплю тогда. Я хочу там еще поселенцы ж купить, да, но. Отложим один ход. А что мне ставить уже метку? Я думаю, что я запомню тут. Что мне тут надо ставить священное место? Наконец-то Магнус приехал. Все равно немного я туда добавил. Но я тут шахту сделаю. Так. Может теперь все-таки на деньги? Это что-то мало. Не, мне надо, кажется, из своих городов. Давайте из Яшотхарапуры. Ну, потому что дороги, чтобы были. Апостолов пока не отправляем. Да хватит. Акведук. Слушайте, а дамба где? Хрен знает, да? Блин. Ну давайте мастерскую пока. И опять города проверяем. Так, тут на производство. Сколько нам требуется для покупки поселенца? 265. Тут... Тут можно подрастить. Ну, слушайте, он и так один ход вырастет. Ладно, да, на производство. Да, давайте так. Здесь пускай так. Ну, вроде все путем.
Блин, а американцы, ты мне что-то посылал какое-то предложение? Я даже не видел. Я отменил уже. Ну, я вижу, что отменил. Так, тут Магнус Мокша начал 100% влиять. То есть 26. Все равно не хватает, видите? Там рез был, который забрали. Да, кстати, что с резами? Он, наверное, мне какой-то рез предлагал. Соль, но у меня соль будет. Жемчуг у меня тоже будет, да. Фигня. Что-то у грека несероз все извергается и извергается. Ну да. Знаете, еще выглядит так, что англичанин очень слаб. Грек слабоват за счет того, что у него всего 4 города. Ну, 5, хорошо, 5 городов. То есть, очевидно, Кри захватит англичанина. Мне бы, наверное, хотя бы 100 контрент отхватить. Таким образом. Ну, просто видите, тут армия у него уже есть. А силы городов... Хотя 42, 30... Ладно, вот этой армии еще не берется пока. Но ему бы стены построить какие-то. Англичанину. Хех. Такие города Нубии прикольные. Сначала этот Бухен забухать, а потом хех. 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 Так, так, рис. Рис. Не, давайте, наверное, скот обработаем. Так, тут шахту. Тут мы уже промышленную зону строим. Две бомбарды. Слушайте, я бы гильдии, наверное, так, потому что у меня еще коммерческого района даже второго нету. Где я там два рынка сделаю? А тут зато соседство промышленной зоны есть. Блин, мне в торговую республику все-таки. А где... а вот и теократия. Как мне идти? Через наемников, да? Так, давайте гильдии. Сколько у нас ходов до... Следующим ходом я смогу уже юнитов покупать за веру. Ну, наверное, отложим одного поселенца. Нафига я сюда? Инку реально пансион на престиже зашел. У него даже где нету гор, все равно что престиж. Ну, не так много веры, на самом деле. Так, что у нас по количеству городов? 8 католицизм, 9 черепаха, 11 иудаизм. Я сейчас начинаю серьезно влиять постепенно. Вот видите, сейчас уже этот... Англия точно обратится, Кри точно. То есть сами автоматом обратятся, без моих... Видите, 6, 3 хода, 6. Эти 3-6 начнет сильнее на этих влиять. И на Шеффилд тоже быстрее обратятся. Что на 30% дальше влияет. Так, что? Где тут у него? Он только зал для приемов пока построил. Ну, у меня, очевидно, больше должно быть всех науки, мне кажется, вход. Да, 77 у индуса, 88 у меня. И с верой 21 науку имею с обращения городов. Нормально. Нормально. О, метеоритный дождь рядом со мной. Отлично. Это, кстати, за железо мне еще дали. Получается. Так, ну я могу... Мне, по-моему, одного юнита достаточно купить, чтобы наемников ускорить. Кого купим? Пикинера? Не, ну Дамрея, естественно, нет. О, давайте катапульту. Есть наемники. Ставим скидка в золоте на улучшение всех юнитов. Давайте вместо рыцарства.
Так. Апаем двух арбалетов. А чё, литьё не ускорилось? Блин, я арбалетов не открыл. Во, прикол. Ну да, мне трех лучников сначала надо. Господи. А где третий-то? Подождите. Воин. Да ё-моё, он еще не вернулся. Так я могу тут его... Опа, вот так сделать. Машиностроение. И литьё. Вот это здорово. Так. Часовня Великого Магистра завершена. Акведук мы не будем. Так может тут уже центр коммерции пора, только не здесь. Я здесь... Хотя, какая разница? Ну, разница есть в том, что у этого города нету центра коммерции, где нормально поставить. Давайте здесь... Ну, тут театралку... Давайте, может, театралку лучше, слушайте. Вон, на плюс 3. Давайте театралку хотя бы одну. Так. Пока... Пока никуда не посылаем послов. Принял. Здесь мастерская, универ. Спасибо. Универ. Вот и два универа, собственно. Дальше исследование. И торговую республику примем. А потом, после торговой республики, теократию. Нарезные стволы. Вон где у нас это. Индустриализация. Через вот эту теху. Не знаю, что там пока. Ну, я все-таки смогу. Видите, мне всего один юнит можно было купить для ускорения наемников. Вообще, а где бомбарды у нас? У нас же катапульты именно в бомбарды будут апаться, я надеюсь. Да, они в просаты. Просаты — это отдельная штука. Мне надо две бомбарды будут сделать. Кстати, вот еще у меня селитра. Блин. Я губернатора мог использовать. А какого? Прокачивать ли кого-то или... Ну, может, кстати, Виктора уже вместо Рейны. Как бы тут уже куча клеток куплено. А Рейну, например, вот сюда посадить, чтобы она тут клетки выкупала. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Так, Виктора в Нагарджаяшри. Рейну сюда. Так, у меня еще, кстати, есть Лян и Амани. Давайте думать. Ну, Ереван у меня вроде никто не перекупает. Да. Зато арма нашлась. А арма что дает? Монастыри. Ну, я бы, конечно, сюда отправил послов уже, да? Но все равно как-то Амани не хочется. Куда у нас Лян может? Ничего у меня тут не рушится, да? То есть, если прокачивать Лян... Ну, наверное, тогда в Харихаралаю. Лян. Харихаралая. Запретный город. Челиня, ты что там по чудесам угораешь? И молчание в ответ. Молчание было мне ответом. С греком дружба закончилась.
С англичане. Хай сами предлагают, мне пофигу. На самом деле, у меня сейчас столько веры, что... Так, мне еще одного поселенца купить. 265 следующим ходом. Ну, даже в Анкарвате куплю. Скорее всего. Так, а хер он тут плавает так странно? Господи. Разведчик, что с тобой не так? Ладно, давайте мы сюда высадим его, полечим. Может, даже апнем. Так, мне нужна еще катапульта следующим ходом желательно. Блин, но тогда мне не хватит на поселенца, да? Потому что катапульта 120 вроде, да. Потому что потом их надо будет апгрейдить в бомбарды. Можно будет поставить карточку еще, чтобы меньше ресурсов, и за 5. Слушайте, а если у меня будут бомбарды, то я, в принципе, могу Венецию двумя бомбардами-то и завалить. Надо в Хавапуре покупать. И туда... Так, я могу... Арбалеты апнуть. Блин, так мне сейчас надо катапульту покупать. Блин, ушла катапульта. Что открылось литье. Ё-моё! Ладно. Придется уже саму бомбарду покупать. Чё? Давайте разведку спать. Может, поможем мне взять Венгрию, осаду или дальнобойность? А зачем тебе взять Венгрию? Я почти взял столицу, один город остался, единственный. Внизу что голосуем? За что? Я думаю, у нас много ребят с верой, я предлагаю им проголосовать за снижение стоимости за веру, покупка юнитов. А давайте наоборот, кто у кого меньше веры. Производство, может, нет? Давайте за веру увеличим, типа, я за веру увеличения голосую. Это, типа, нечестно. Блин, я не успел! Увеличено... Так, какая тварь туда влила? Американец опять. Слушай, американец, у тебя как бы... Какая-то постоянная проблема с верой, я смотрю, в каждой игре. У меня рядом индус с верой. В общем, если кто захочет с американцем воевать, я готов дать военный союз против него. Американцы, у тебя самого как бы вера есть? Я повоевал, конечно, но что-то мне до него далеко идти. Типичная цива. Ну да, типичная цива. Взял чувак что-то с другого конца карты, влил зачем-то голоса. Я не на другом конце карты. Я про американца говорю. Американец 8 голосов влил против веры. Если Кри, я хотя бы понимаю, у него тут рядом народ как раз с верой. У меня индус с верой. Мы границами пересекаемся. Слушай, да не собираюсь я на тебя нападать. Если я это хотел сделать, я бы уже давно сделал. Мне ты не нужен. У меня интересы на западе. А, ну видите, тут картография, две гавани, я точно две гавани не буду строить, так что в индустриализацию. Так, ну, кстати, уже этот в индустриализации, но я смотрю, что он фабрики еще не строит. Так, а я хочу... А, чеченицу я уже открыл. Так, давайте решать, где мне ставить чеченицу. Это зависит от количества тропических лесов. Я обидел военным лагерем, но это был акт сдерживания, сдерживающей дипломатии. Ты кому сейчас? Так, давайте смотреть. Американцу. Значит, в столице 3.
В Нагара раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, в Нагара надо строить, да? Тут четыре. А еще вот в этом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, в Нагаре надо строить. Ну-ка. Сколько он тут будет строиться? Подождите, а что, кто-то построил чеченицу? А кто чеченицу построил? Я. Вот гад. Сидел, смотрел, куда мне тут чеченицу. А ее некуда. Кстати, все еще дамбу я не вижу, да? Так, интересно, у Инка ППшка. Подозвлекательный комплекс. Древние стены. То, что некуда особо было ставить. Решил так. Ну ладно, что тут с чудесами? Килва Кисивани, Джибель Баркал, Монсен Мишель. Ну, мне Монсен Мишель не нужен, потому что у меня и так все... Во всех городах на расстоянии 6 клеток. Кстати, пустыни на холмах. Килва Кисивани. Да блин. Ничего построить не могу. То вот этим ходом чеченицу встретили, построили. О, я все цивы встретил. Я так понимаю, что Инк хочет на американца нападать. Я, правда, его не вижу. Ну, очевидно, он хоть. Жалко, конечно, что сейчас мы встретили. Тут 4 хода до следующей эпохи было. Да, ладно, меркантилизм где-нибудь виден? Пока нет. Ну, мы, наверное, торговую республику откроем, тут откроются где-то. Ну, я, конечно, в теократию, потом в дипломатическую службу. Что мне в средневековых ярмарках? Тут точно ничего не надо. Хотя там этот был... Так, извержение, таракотка, Хари Харалая чудо. Но только сядет Лян, чудо появится. Астрономию ускорили за счет универа. Так. Мне двух... То есть давайте в Болонию одного это универа будет работать. И мне еще два посла хватит, чтобы в арму 3. Конечно, в арму надо до 6 добить. Но пока так. Так, катапульта. Мне нужно две бомбарды, да? А, ну я сейчас возьму апгрейд. Или у меня уже стоит апгрейд тут? А, надо на ресурсы еще, чтобы апгрейд был. Еще и на ресурсы надо. О, что-то у меня денежков мало стало. Вот теперь уже, наверное, содержание юнитов имеет смысл взять. Промышленный район. Тут универ 8 ходов. Давайте на это пока мастерскую. Или может здесь центр коммерции лучше? Давайте сначала центр коммерции. Да, я понимаю, что тут центр коммерции на плюс 4. Знаете, постоянно пишут какие-то в комментариях, вот там можно было... Ну, вы поймите, что здесь производство остается, да? Так я могу... Тут в этом городе нету особо холмов, производства какого-то. Господи, ну, будет не плюс 3, не плюс 4, а плюс 3 денег. Ну, какая разница? Зато еще этот район будет еще влиять, вот, например, на священное место. Вот опять плюс 3 станет, потому что два района рядом. А даже не плюс 3, тут плюс 4. Тут плюс 1 на данный момент. Так, универ здесь. Бомбарда 540 стоит. 560 веры. Ну, наверное,
Наверное, центр коммерции давайте. Не Гурдвару пока. Микисев Вацак. И, соответственно, начинают сильнее влиять на окружающие города. Получается, с мавзолеем Галикарнасия ученый, ой, инженер на культурных мастерских дает плюс 6. Получается. Да. Это так. Кстати, Кри, 232 науки. Да. Никого только не беспокоит? Заметил. Не, только ну раньше у него было много, но 232 это как-то совсем уже. Ну сейчас вольнодумство закончится, типа. Ну посмотрим, насколько это будет меньше. Ну где-то на 40, наверное, меньше будет. Так все равно как-то дофига науки, нет? Ну я в поле, типа, развиваюсь, как бы. У меня вообще нету гор, как бы, поэтому. Ну, это правда, да. Спрашивается, откуда наука? Ну, кстати, это реально вопрос, откуда наука? У тебя даже и города не особо прям большие. Ну, от гавани, от университетов. Ну, ты же говоришь, минус 40 будет от гавани. Давайте смотреть, у него ну, кампусы. 8, вот центр коммерции, 2, вот 8. 8, дают. Другой 10, 10 еще один дает 6. 18. И две гавани 26, еще. 26, так, это греческий. 36. Вообще странно, у тебя кампусы... У меня еще просвещение стоит, типа у меня 3 кампуса. Работают еще плюс. Ну, там же не намного, там на 50% только пока, да? Да. Да, но это... Чё-то дофига. Так, Виктор тут сел. Давайте пока торговую республику я возьму. Так, бонус кампуса, тут бонус промышленной зоны и, блин, ну у меня, наверное, не хватит, даже если я возьму, денег маловато. Ну ладно, я все равно поставлю пока на уменьшение в ресурсах. Сколько? 80. Ну, следующим ходом, предположим, апнем, да? И бомбарда 560. Блин, что-то очень дорого бомбарда стоит. Что-то меня... Я ошибся, не купив катапульту за веру. Честно говоря. Ну, я, ладно, еще теократию возьму, это меньше станет. Но все равно это дорого. Так, ну пора гурдвары строить. Или мы тут начнем с амбара? Давайте с амбара. А, не поставил первую... Первого посла не поставил. Черт. Ну ладно, тогда две в Хатусу пока. $124. И пока больше никуда. Мне в арму надо. Так. Есть город. С кем-нибудь торговать вообще возможно? Почему у всех по одному ресурсу? О, чай у грека, отлично. Так, свиньи у него есть, шоколада у него нет. Грек предложение. Соль у меня есть, черепахи. О, черепахи с индусом. Черепахи на шоколад. Индус предложение. Так, жемчуг, все остальное есть. Все остальное есть.
Все приняли договор. Так, тут уже счастье вернулось. Слушайте, а давайте мы с Инком военный союз, в общем-то. Мы явно сможем друг другу помогать. Инк, предложение. Это тебе очень нужно? Нет, но мне кажется, что мы с тобой вдвоем на двух разных концах карты. Лол, ребята, я, короче, принял договор, и у меня остался экран, короче, по чакутака. Я не могу ничего сделать. Ну, escape нажимай. Так. Блин, Сывана просто удивляет каждый раз. Священное место. Не, ничего не выходит. А у нас получается военный союз с тобой. И с тобой? Да. И с Кхмером, да. А, вот в чем. Да, из-за этого. Так а зачем? А кто принял войну, я не понял. Ну, Кри принял. Я ему послал тогда. Он принял, и я тогда с тобой принял. Видимо, одновременно его приняли. Что, туда грузим, что ли? Я не знаю, я не хочу грузить. Целый ход да, заново. Ну, у меня просто не получается выйти из этого экрана. Ну, мне кажется, оно сейчас пройдет. Ну, посмотрим, может, оно... Все прошло, Рил. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!